Блин. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas The Definitive Edition. Короче говоря, на магазин Zero у нас все еще денег не хватает, поэтому выполняем пока другие задания. Те, что у нас тут поближе. Джизи. Это было безумство. Как мы это будем рассказывать? Эй, что там со снимками, как? О, привет, Вузи. Привет, Карл. Я объяснил твоему другу, что мы друзья. А, отлично. Слушай, Вузи, мне надо, чтобы ты дал кое-какую информацию. А что вы хотите узнать? Кто эти чуваки? Почему бы тебе не взглянуть? Эти парни? Они из Локо-синдиката. Они уже давно... Лучше с ними не связываться. Мы не советуем. Значит, этим всем руководит парень. Не знаю, как зовут его. А этого парня зовут Тибон Мендес. Он выполняет всю грязную работу. А это Джизи Би, самый большой сутенер в городе. Он помогает проводить сделки и так далее. Покупателей там ищет всяких. Значит, он стоит у меня на пути? Где мне его найти? Джизи? Джизи владеет клубом Дом Удовольствий в старой крепости под мостом Ганг. Большое спасибо, Вузи. Да нет проблем. Не чужие ведь люди. Клуб Джизи. Собственно говоря, и тут есть одна нелепая вещь. Блин, копы эти все еще не отстанут от меня. Может, если я сохранюсь, отвалят они? Отвалили, да. Ночь, конечно, это плохо. Ну ладно, пофигу. Чего еще? Эй, Цезарь. Наркота покидает Сан-Фьеро, да? Да, они едут на мотоциклах по бездорожью. В другой раз. У меня дела сейчас есть. Как-нибудь в другой раз выполним. А сейчас нам надо ехать куда сказано. Да, сутенер Джизи у нас. Так что в его клубе мы ничего культурного не увидим. Детей уберут, я думаю, от экранов снова. Ну и, кстати, не лепится вот одна довольно-таки есть. Вот мы в прошлой серии сделали снимки вот этих трех парней. Еще с ними был Райдер. Но вот эти снимки, которые... мы увидели там в катсцене. Это вообще не те снимки, которые мы делали. Особенно он заметно с Джизи. Сзади Джизи там какая-то стена фиолетовая. Но не было же этого на снимках. Снимки были вообще другие. Откуда взяли эти фотографии, непонятно. Но это точно не наши снимки. А вот абсолютно не наши это снимки. Лёха что-то пишет опять. Так, вот, приехали уже. Интернет в последнее время жестко в России, вообще все плохо. Джизи, уберите детей от экранов. Смотрите, у меня тут есть все: норковые ковры, норковые шубы, норковые занавески на окнах, все такое. Когда я спускаюсь по лестнице, иду по норковому ковру, я думаю: эй, а это еще кто такой? Мне тут друзья не нужны больше. Они только и делают, что пытаются меня оторвать от моей... Нет, я не с этим сюда пришел. Я слышал, что вы тот человек, которого связи, с которым мне посоветовали встретиться. Я предлагаю вам свою услугу. Чего?
Да, сэр, я недавно в этом городе, что бы вы ни захотели, я всегда это сделаю. Я ищу работу. Для парня вроде меня работать... Вроде GZB, ну и... Ну, а раз уж мы об этом заговорили, то у меня есть небольшое дельце. Любой качок вроде тебя должен пройти такое испытание, чтобы работать у меня. Видишь ли, у меня, в отличие от некоторых, есть мозги. А ну, идите-ка нафиг, принесите сутенеру выпить. У меня только два глаза, но этого недостаточно на этих улицах. Ты будешь летать по городу, как муха над дерьмом. У меня такие глаз везде просто. Итак, вот такой сумасшедший есть один, который моих тёлок отжимает. Этот ублюдок убил еще за прошедшую неделю двоих. Я хочу, чтобы ты убрал его. Да, сделаю это. Я теперь ваш партнер, Джизи. Да, я же говорил, ничего культурного здесь нет. Постой-ка, мистер Си Доджи, или как тебя там? Видишь эту очаровательную девушку? Отвези ее в отель, там. В машине есть телефон, позвони, когда закончишь. И кузов не поцарапай. Обращайся с ней как лучшей машиной, короче. Какой сильный мужчина. Угу. Кто-нибудь оставался с этим таким, как я? Ну и дальше. Я хочу, чтобы ты делал такое, что я... Да, да, да. Я не буду скучно, мне нужны деньги. Ага, интересно. Кстати, стены в клубе Джизи очень хорошо проработали в этом ремастере. Прям как выглядят как настоящие. И мне это нравится. До встречи. Эй, Джизи, это Карл. Я довез вашу девушку. Чудно. У меня есть для тебя одно поручение, сделай его. До того, как у тебя неприятности появятся, о которых я говорил. Какой-то юный самец думает, что моих шлюшек оторвать пытается. Ни одна из моих шлюшек не будет работать на ублюдков, таких как он. Возьми его задницу и отправься ему показать в Хэшбери. Сколько времени на часах? Ничего еще, нормального времени. Да, криминал не только у CGI творится. Как интернет тормозит. Ох, сдолбанные санкции, ё-моё. Бесит просто. О, вот едет моя крыша, у тебя будут... Опа! Это CJ. Можете не волноваться по поводу конкуренции в Хэшбери. Волноваться? А я разве говорил, что я волнуюсь? Я такого не говорил. Ну, а теперь перейдем к настоящему делу. Мою девчонку сбивают в Форсиской долине. Я хочу, чтобы ты тащился туда и разнюхал, что там к чему. Парочка недотёпов, мы с ними во сне справимся.
Я же говорил. Мистер Джизи, это Сиджи. Ты приносишь неудачу, парень. Девчонка, которую ты выследил в центре, теперь выходит из игры. Ее сладенький папаша хочет ее с улиц забрать. Никто не имеет права распоряжаться моими шлюшками. Толкай свою задницу сюда и брой обратно к отелю. Покажи, что случается с такими, как он. Ну а пока мы задание выполняли, тут уже день. Я даже не заметил что-то этого. Блин. Господь послал меня, чтобы я спас твою заблудшую душу. Садись в машину и снимай свои грязные одежды. Своим взглядом я сниму с тебя порчу. Увезите нас отсюда, пока правая рука дьявола не схватила эту заблудшую душу. Слушаюсь, ваше протестантское светлейшество. О, кстати, классная машина черная вот эта. Не хочется взрывать, но надо. Милости высшего нам не пожелает зла. Не волнуйся, дорогая армия. Всевышнего придет на помощь. Дымит уже потихоньку. Ёшкин кот. Не дымило, а горело уже. Слава богу, что я не взорвался. Повезло очень. Так, надо перехватить его. Блин, он несется как ненормальный. Я не могу догнать его, чтобы расстрелять машину. Ой-ой-ой-ой-ой, только не туда. Да, во время дождя немножко сложнее управлять. Ну, мы справляемся. Куда это он зарулить ему удумал? И как они так проехали, что не сбили никого? Да блин, да что вы? Не, мы его догоним. На лимузине далеко он не уедет. Да блин, сколько тут деревьев. Уже дымит потихоньку. Во, не встанут. Убивать даже их не пришлось. Я обо всем позаботился, мистер Джизи. Сиджей, ты моя правая рука. Да, кстати, эту тачку только что пришла ориентировка. Так что можешь делать с ней что угодно. Только держи ее подальше от меня, моих шлюх и моего клуба. Окей. За что мне только дали 2 звезды, я не понял.
Ну ладно. Ничего, это не важно. Едем в клуб Джизи снова. Еще парочку заданий там выполним. Недалеко вроде бы ехать. Тибо Мендес. Послушай меня, окей? Это гораздо важнее того, что я говорил в прошлый раз. Я не люблю задержек, амиго. О чем ты вообще думаешь? Что вы там с Майком думаете? Я показываю вам довольное лицо? Это ваша задумка такая? О, вот тот самый качок, о котором я тебе рассказывал. Карл, это Тибоун. И наоборот. Как дела? Хорали. Не обращай на него внимания. Вернемся к делу. Эй, Холмс, не будь таким мелочёным и ответственным. Ответственным? За что? Нас всего трое, я получаю лишь 20%? Что за математика такая? Математика придурков. Вот ты, Майк, я всю душу вам свою продал. И я получаю что? Я еще 13% требую дополнительно. Ты знал все условия сделки, и ты согласился. Кроме того, мы тебе предлагали на 5% больше, а что ты... Да чё, язык проглотил? У тебя с речью так же плохо, как с математикой. Ты хочешь, чтобы на личности перешли мы? Привет. А, чё там? Блин, фигово. Должен был бежать. Эй, стой, у меня есть идея. Карл, пошли, нам надо извлечь из этого дела пару лимонов. Чё там в засаду попало? Что за машина? Мы не можем отреагировать на это. Короче, попал какой-то там фургон в засаду, надо... Очисть. Надо освободить его от тех, кто там... Кто захватить его пытался сейчас. Гоняться за байкерами там придется, которые наркоту перевозят. Твою мать! Не дают нормально поделать дела. Двери открыты, что ли? Надо будет, наверное, заглянуть туда как-нибудь. Хотя там ничего, наверное, интересного не будет. Да что ж ты будешь делать, а? Вечно они вылезают не там, где мы... Там, где мне не надо. Ага, обокрали они фургон. Надо перестрелять их всех сейчас. Ну ничего. Недолго им пировать осталось. Сейчас отведают силушки скорострельные. Блин, Т, это неудобно на Т. Палец с мышки убирать приходится. Захвачен груз. Стреляют копы по мне, но не попадают вообще. Так, следующий здесь где-то. Блин, он туда поехал, я надеялся, что он повернет куда-нибудь. Да, и блин, еще и копы не дают покоя. Груз схвачен, еще один.
Это же они едут-то, блин. Неужто за город? Там уже где-то край города находится, вот куда он едет. Блин, копы меня преследуют уже сколько кварталов. Не того я протаранил сейчас. Он развернулся, что ли? А, он остановился. Да блин, копы вот ничего сделать не дают мне. Отдай. Блин, я не могу камеру туда направить. Только мотоцикл один меня преследует все это время. Ой, ладно, надоело возиться уже с ним. Сейчас он отведает стимушки скорострельный. Ой, только не это. Зачем я это сделал? Блин, где груз-то последний? Я не могу схватить. Тут что-то копов много. Надо... Такое ощущение, что копы помогают им, потому что в них они вообще не стреляют. Все, все грузы захвачены. Так, следующая миссия. Майк Торрен. Тибоун, присядь и прими успокоительное. Не парься, пусть розовый туман окутает тебя. Эй, Холмс, раскрой глаза, пёс. Не видишь, что этот нам будет... Эй, смотри, это Карл. Он стал настоящим героем. Видишь, он на нашей стороне. Что-то его вата ступы, кто-то сдаёт нас. Нам нужно залечь на дно и все обдумать. Я думаю, что они испытывают удачу. Майк. Майк, я пытался с тобой связаться. Что? А, где ты сейчас? Ладно, не вешай трубку. Эй, Холмс, Майка, проблема, поехали. Что за проблемы? И кто такой Майк? Они захватили груз с наркотой и сам фургон. Майк остался в гузе. Ну и что делать бы? Откуда нам знать? У него есть мобильник. Он будет с нами на связи. Давай, поспешим. Мы должны действовать быстро, у Майка батарея очень быстро разряжается. Он говорит, что слышит чаек. Чаек? Может быть, это где угодно может быть. Еще он слышит тяжелую технику. Чайки, тяжелая техника. Стройплощадка, что ли? В Дуэрти есть стройплощадка. А, опять копы. И кто это в нас таранит сейчас? Не беспокойся, Майк, мы уже в пути.
Так, Дуэрти. Вот тут в Дуэрти вряд ли будет это. Он говорит, что фургон резко повернул. Говорит, что шумит, как на грузовом складе или что-то типа того. На складе? Может, это в доках? Езжай в доки, мистер Бейзен. Мы будем через минуту, Майк. Три минуты. Надеюсь, нам этого хватит. Батарея садится. Что-то навигатор меня по длинным путям каким-то ведет. Я помню, когда в оригинал играл, я, по-моему, по более быстрой дороге доехал до туда. Ладно, хоть копы не мешают. Черт, машина остановилась. Затем последовала стрельба. Он думает, что они расстреляли охрану пропускного пункта. В доках никакой серьезной охраны нет. Но она есть в аэропорту. В аэропорт! Давай. Майк слышит, как взлетают и садятся самолеты. Не волнуйся, Майк, мы уже рядом. Вот те самые ворота. И мертвые охранники вокруг них. Мы на месте, надо фургон найти. Там жучок должен был. Какой жучок? После последних приятностей Майкл спрятал передатчик в фургоне. Мы хотели следить его за бандой. Теперь мы должны использовать его, чтобы спасти Майкла. И как работает он? Очень просто. Чем ближе мы к источнику, тем сильнее сигнал. Мобильник Майка сдох почти. Хватит на минуту. Вот сигнал ловил посильнее где-то тут. О, вот тут усиливается. Сильнее, сильнее, сильнее становится вроде бы. А вот тут уже слабеет. Блин, 30 секунд осталось. Где? Ну где это? Я не вижу. Блин, я еду, но тут их нету нигде. Слабеет сигнал. Тут нету, тут нету. Где они? Я не могу понять, где они. А, все, провалили мы миссию. Не знаю, я не нашел я их. Так, попытка номер два. У нас 2 минуты еще есть. Сигнал усиливается здесь. Ну и тут, ну и сразу же тут он начинает слабеть. Очевидно, что они не здесь. По взлетной полосе надо их искать. С
сигнал усиливается потихонечку здесь. Интересно, они не могут ехать? Вот они, блин. Эй, быстрее. А как раз вовремя, Тибон. Эй, а это еще кто? Расслабься, это один из ребят Джиди. Ладно, надо уничтожить этот фургон с кокаином. Мы не будем ничего сжечь. Мы можем без этого обойтись, но можем получить 20 лет за хранение. Окей. Я вам прав, давайте сделаем это и свалим отсюда. А тебя кто спрашивает вообще, а? Это день не конференция? Точно, надо стоять прямо здесь. Вы оба заткнитесь и начинайте. Эх, мне нравится этот фургон, да и цвет классный. Но придется бомбануть. О, теперь еще и две звезды, обалдеть. Много полиции сейчас будет. Да, три звезды сейчас будет. Он что, по мирным жителям стрелял, что ли? Или там коп среди них был? Ладно. До автомастерской вообще с легкостью доехали. Вообще другой цвет, нас на таком точно не узнают. Как давно ты работаешь на Джизи? Я раньше тебя не видел. Да я приехал в город только на прошлой неделе, выполнил для него пару дел. Только на прошлой неделе? А до этого был где? А зачем это надо знать? Просто отвечай на вопрос. Ладно, остынь. Я был в Лос-Анджелесе вместе с семьей. Дай-ка бумажник. Зачем это? Перестань рыбаться, сосредоточься на дороге. На. Карл Джонс, да? Хорошо, что увидел. Ладно. Мы приехали где... А ну-ка заткнись. Блин, по-моему, я еду не туда. Кроме имени, больше ничего ему не потребовалось узнать. А, опять и в автомастерскую ехать. Такое не три звезды же уже. Пока читал, в копов, наверное, врезался. Или, может быть, они постреляли. Ну, по-моему, тот же цвет остался. Ну, разве что чуть-чуть светлее стал. Так, вот сейчас полицию
беспокоить не будем. Не вижу, ничего не вижу. Так, все, приехали почти. Хорошо, Карл Джонсон, ты сегодня хорошо поработал. Пошли внутрь, надо поговорить о всякой фигне, что накопилось там. Ладно, на сегодня закончим, пожалуй. Довольно-таки долгая серия получилась. Всем спасибо за просмотр. С вас, Лего, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский, подождите. Эй, чувак, Карл, это Вузи. Если у тебя найдется время, заходи ко мне. Не поболтаем по делам. Где найти тебя? У меня есть букмекерская контора в Чайнатауне. Приходи туда, скажи моим людям, кто ты такой. Они будут ждать твоего прихода. Окей. До встречи. Подписывайтесь на мой стримский канал, смотрите в группу ВКонтакте и всем пока.